Cult of Sword. Очень жестокая игра, поэтому детишки от экранов отходим. Так, возьми нормально. О! Дед таблетки забыл принять и поехал совсем. Ночью сон приснился. Подожди, мужик. Про голых мужиков из-за утра игру сделал. А, блядь. Флешкинс, ну что ты делаешь у меня тут? А, сука. А. Он меня лопаткой убил какой-то. О, смотрите, одежка. И вся без застежек. Почему он выкидывает оружие? Ща. Погнали. О, а что у него? А ну-ка. Умри. Ты застрял оружие. Все, у нас. Так, давайте попробуем это на пояс повесить, а это взять. О, хорошо. А, хорошо, в шею попал. Вы просто эту игру в лете не видели. Так. Ну, поехали. Спасибо, Антон. Спасибо за донейшн. Штаны украсть можно? Слушай, я не знаю, он живой еще? Ты еще живой? Так, сейчас, подождите. Мне нужно нормальное оружие, чтобы драться. Это с вилами капец как неудобно. О. Так, есть два топора. Стой, мужик. Стой. Тихо. Опять этот... Да как он меня шотнул? Он меня еще и добивает, не добивай. Ёб твою мать. Погнали. Галоши еще. Хорошо. А что дают галоши, интересно? А ну-ка. Домой, сука. Слушайте, у него топор подлиннее. Ладно, я с этим пока похожу. Так, выходите, фрики. По одному. Домой. Ой, я ему яички зацепил. Нормально. Так, а в бочке что? О, лопатка. Может взять эту лопатку имбалансную? Ладно, вроде как нормальный топор. Тихо, ты что присаживаешься, друг? Хорошо. Так, это дерьмо надо открыть. Нет, там... Он встает! А ну-ка. Не вставай, сука. Все нормально, чат, разобрались. За что? Что я им сделал? Я всего лишь хочу убить их главного. Что это? Какая-то тяпка. Мне что-то в шею не кольнул, вы видели? Отпусти мой топор. У меня, вы видели, какой-то этой отверткой чуть не заколол в шею. Идем дальше. Еще одни галоши. Ты так смешно все сделал, капец. Вилкой. О, лопаточник. А что это такое? Почему лопаточник меня убивает с одного удара? Так, есть. Опять сзади, да? Не кричи, друг, не кричи. Ты знал, на что ты идешь. Отпусти меня, он меня не держит. Он жив. Я ему, кажется, яички отбил. Ну и пошел он. Так, все, чат, в этой игре я, видимо, буду еще и материться, поэтому... Что-то в бочке было? Нет. Так, все, я сейчас сажусь как киберспортыч и пытаюсь победить. На, сука, он меня ранил, подлюка. Хорошо, с этим мы разобрались. Нас сейчас выйдут, да? Ах ты ж, сука! Давай.
Как в это игра? Чат, парни, что ты режешь? Не режь так! Почему ты так режешь? Оставь ты стул, ты уже проиграл в этой битве. Застряла. Так, нормальное оружие. Да почему тяпка? Я не хочу с тяпкой. Но у тяпки нормальная длина. А это можно как щит использовать? Иди сюда. Иди сюда! Мне кажется, я ему сонную артерию повредил. Эй, оружие застряло, отдай. Отдай оружие. Ёб твою мать. Отдай! Как вытащить чат? Но нет, он поглотил его. Ладно, возьму его молоток. Ой. Ой. Можно дефаться вот так. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Нет, трупы. О, штанишки. Штанишки и кухонный нож. С канделябром. Хорошо, с этим разобрались. Лежи, друг, не вставай. Лучше не вставай. Все уже, все уже. Все кончено. А главное, чтобы мне в шею никто не ткнул сейчас. Да возьми ты оружие, а не... Да ёпта. Я все выкинул. Чё-то. О! Хорошо. Ну все, мы уже серьезный мужчина на вид. Он не хочет сдаваться. Нет! Нет, отдай! Отдай оружие! Чат, мы опять потеряли оружие, по всей видимости. Где канделябр? Канди-бобер. Мне нужно нормальный меч какой-нибудь, или я не знаю, что-нибудь дайте. Так, ну пока никого не вижу. Канделябр накид... Канделябр! А, друг, ты проиграл. Я более мощный канделябр. Быстрее, быстрее, что там? Еще одна молотилка. А есть в этой игре нормальное оружие? Нормальное. Мечи там какие-нибудь? Чат, я готов кому-нибудь вмазать. О! А, нет, это штаны, блин. Я думал, это этот, накидочка. Хорошо. Смотри, фонарь взял. Иди. Да блин, что ж они застревают-то? Капец. Бедолага. Ладно, нормально. Да нельзя раздевать, блин. Можно... Что за музыка? Это босс? Музыка босса, чат? God damn. Чуть не тыкнул мне в шею. Он встал. Не-не, это не босс. А, нет, одним тыком. Я тебя забью так. Я тебя так забью. Нет, я не сдамся. Нет. Я не буду сдаваться. Нет, я тебя замолочу рукой. А. Ну что это, блядь? Тихо-тихо. Так, берем башмачки. Да как взять? Отпусти! А если я два молота возьму? Что будет? О! Все, пошел процесс.
Все, чат, я нашел свое оружие. А ну отойди, фрик. Ты не умер? Бесы не бьются до последнего. Так, вилы не берем. Вилы — это фрик оружие. Главное не застрять. Нет, нет. Отдай, отдай, пожалуйста. Ради Христа, отдай оружие. Понял. Так тоже сойдет. Симулятор чела с аутизмом из 90-х возле клуба. Нормальный симулятор. Что это? Вставай, друг, вставай. Вставай, мы должны жить. Мы должны жить. Он меня шотнул. Не добивай, пожалуйста. И штанишки, да ты чего? Тихо, нет. Нет, не то взял. Ну ладно, у него тяпка. Что он мне сделает со своей тяпкой? Хорошо. Какая жестокость. Так, а где мой топор? Не мучайся, фрик. Тут что? То, что нам не надо. Опять музыка заиграла странная. Тяпка. Куда вы, надеда, ё-моё? Хорошо. Ах ты ж! Он смог по мне ударить. Где босс? Дайте мне уже босса. Ну-ка. Ты что, кузнец? С топором. Ой, с молотом пришел. Так, а можно как-то бить ногой, я не знаю. Что это? Что это? Да открывайся, сундук долбанный. А там еще больше топор, но мне этот нравится. О, вот он, босс. Я не могу к нему подойти. Офигеть! И как мне его победить? Почему у меня кровь на жопе? Я не то... Подожди, друг! Нет! Нет, 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 отойди! Отойди, отойди! Не вставай! Не вставай, я оружие выронил! Не вставай, сука! Не вставай! Не вставай! Как мне его убить, чат? Как его лампой убить? Все? Он... Не вставай, я тебе говорю! Да, я думаю, это конец. Но нет, только не застрять! Только не застрять! Какая жесть! Отдай! Пожалуйста! Отдай мое... О! Отпусти! Сейчас, подожди, молоточек хочу. Так. Нормас, выходите, фрики. Ой, лопата, просто лопата. У него коряга какая-то. Что такое, почему я к ним прилипаю, как будто бы? Он еще жив. Так, тут что? Откройся, сундук, он что-то прячет от меня. Наверное, что-то хорошее. Сапожки. Так, но мне к боссу нужно прийти с нормальным оружием, а не вот с этим вот. Давай с ножичком со своим коротким иди домой.
все, друг, не беспокойся, тебе он больше не понадобится. Так, а что тут было? Это деревянное фриковое оружие. О, босс! Вот так вот, чат, учитесь. Давай умри, фрик. Не кричи! Не кричи, ты всего лишь босс. Я всего лишь победитель. Как его убить? Покатал нормально сегодня, один луз только. Тихо, в жопе застряло у него. Нет, я уснул. Что он сделал? Он мне за яйца схватил? Отпусти! 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 Пожалуйста! Отпусти! Вставай, друг! Вставай, как встать, чат? Как встать? Он же первый сейчас встанет. Встаем, бро! Встаем, бро! Уйди! Он ногу мою схватил! А, я ползу к его оружию! Отпусти меня! Пожалуйста! Нет, отпусти мою ногу. Все, я бросил молоток. Все, я бросил молоток, отпускай ногу. Блять, отпусти. Я сейчас возьму косу твою. Как встать? Он еще и кричит. Я ему что-то прижал ногой, видимо. Опа. Коса, фрик. Коса у меня теперь. Что ты будешь делать с этим, а? Что ты будешь делать с этим, а? Уф. Все, чат, первый босс повержен. А все уже. А все, не мучайся. Так. Главное себя не зацепить, кстати. Он мне, кстати, попал в ногу. Нет, их по двое. Ай! Да что это? Что? А что их дальше по двое, а потомка? Ну ёб твою мать, да как же ж так? Ты фрик, что ли? Ну как то? Ай, рука! Так, а ну-ка. Хорошо. Одежка. Штанишки. Так, какая-то заколка. Можешь не стол брать. Зачем ты стол берешь, друг? Возьми, вот. И куда ты дел? Почему он выкидывает? Что такое? Не трогать тебя, да? Не трогать? Если бы у тебя было оружие, ты бы меня сразу бы убил, да? Не пытайся встать, бро. Не пытайся. Чат, что мне с ним сделать? Финиш хим, убей! Вы уверены? Он безоружный, чат. Прибей его уже, он безоружный же. Вы уверены, что вы хотите этого? Ставьте плюсики, и как бы мы с ним заканчиваем разговор. Разговор с ним будет короткий, чат. Блять, он стул взял! Он стул взял, чат! Он стул взял! Опасное оружие! Надо обезвредить! Все, сорян. Слушайте, мне нравится гномом играть. Водоворот. Все по... Ааа! Яйцами ударился. Актика водоворота, чат. Придуманная чатом. Штаны нет, мне мои больше нравятся. Я на морковку похож. Водоворот! Ай, сука! У него были шансы. У него были все шансы меня победить. Но тактика водоворот не прощает. Желтые штаны не подойдут. Спасибо, Антон. Изи. Морковный эльф никого не прощает, чат. Победа легчайшая. Так, оружие не меняем. Пока что. О, короткий меч, кстати. Сейчас на нас нападут. Мы можем взять щит и повесить его куда-нибудь. На меня будут нападать или нет? Я боюсь, что мне в шею сейчас кто-нибудь. Во, с
Смотрите, как они меня боятся, они даже не выходят, лол. Ага. Нет, я хочу с мечом попробовать. Отверткой большой. Хорошо. Наша тактика работает, но их двое. Нет, сливы кишки. Да почему меня сзади убили? Ну как морковный эльф не должен был проиграть?